Всем привет, ребята! Хей-хай, с вами Еленгай. Что там? Это моё. Что твоё? Пойдём покажу. Смотри, вот так вот идёшь, и вот оно. Что ты... Басик, что это? Как это понять? Вот это вот конфеты, вот эта вот штука какая-то. Ладно, пошли все это дело разгребать теперь. Так, пошли. Так, у нас тут имеется тебе жвачка Тобальгум. Со вкусом черри, со вкусом, да и как его, вишни. Это такая жвачка, а не какая-то штука. Жвачка, а вкусная. Со вкусом, ну, это со вкусом вишни. Или как там? Да, черри со вкусом вишни. Надо будет попробовать. Надо будет. Еще у тебя, слушай, а баста виспа у тебя откуда? Виспа? Обычная конфета. А я думаю, а что это за виспа? Да, в России у нас такой нет. В России у нас такую просто сняли с продажи, а где-то ее производят. Так, фритикет, какой-то билетик. Давайте. Виза. Пускесофа. Фулл. Придес. Адулт. Тикет. И что это значит? Что тут есть один билет в какой-то парк, ну... Какой-то там, ну, короче, куда-то билетик там есть. В Париж? А это мы сейчас просмотрим. With pauses of a full priest. Ребят, тут строго не судите, я как умею, так и читаю. A bolt ticket to a Merlin intermerz аттракцион. И что это значит? Что поедет какой-то там Мерлин какой-то на аттракционы. Билеты в какой-то там город. Я пошел собираться. Стоять. Угу. На полную сумму нужно купить такую. Пойду покупать. Стой. А вот это мы попозже сделаем. Все попозже, да попозже. Так, давайте посмотрим. Так, виспы у нас уже нету в России, но где-то она производится. Значит, мы должны будем куда-то поехать, если у меня выпадет этот билет. Оно вообще выпадет? А это вот, я не знаю. Ребят, как вы думаете, нам выпадет билет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И напишите в комментариях, могу ли я еще... Тихо! Заказать! Тихо! Вот же клуб болтливый. Ну ладно, пообещал, мне теперь придется. Если мы наберем 3 лайка или 4, выбирайте, давайте лучше 4, то мы закажем еще чего-нибудь другого, но прикольного. О, ну этот кот. И еще, ребята, если мы наберем 16 подписчиков, то мы... наверняка с Басиком. А почему сразу со мной? Потому на Новый год отправимся искать игрушки. Где? В ленте. А что там? Скидки. Ура! Мы же пойдем. На Новый год пойдем, если мы наберем хоть на один подписчика больше. О, ура! Ребят, подпишитесь, пожалуйста, я очень хочу. Угу. Ну ладно, ты пока у нас отойдешь, а мы откроем. А почему это я отхожу, а вы открываете? Потому. Почему? Ладно, сиди рядом. Так, одной рукой аккуратненько откроем. А может сначала кто поменьше? Это классик, я могу узнать, что там фритикет такой. Она не открывается. Вот нахалы. Правильно, нахалы. Так, как это открыть? Я не понимаю.
Ребят, я тут чуть-чуть на него понажимал, и тут вот какая-то дырочка. Вот это вот странно. Так, нет. Лучше мы тут как-нибудь откроем. Для этого нам понадобится что-нибудь. Ну что это что-нибудь? А это, например, может быть обычный карандаш. Ладно, ребята, я аккуратно ножничками подрезал. И теперь мы можем открывать. Подожди, хочется посмотреть, что там. Конфетка. Так, мне трудновато. Ребята, пока отдохните, а я открою. Вот я открыл тут какие-то конфетки. Вот. Сейчас мы их попробуем. Они вкусные. Реально молочный шоколад. Не, реально нормальные вкусные конфеты, что. А мне дай попробовать, он тут наслаждается, а я... На, бери. Моя сладенькая. А мы подождем кота. Я уже тут. Ладно, начнем открывать другое. Подожди, я сейчас открою. Опа, открыли. Стоп, а где все? Не понял. Давайте по цветам посмотрим. А, она там. Вот что-то неудобно сделали. Тут написано Made in France. Вот тут вот сделано во Франции. И мне как-то что-то... Не думаю, что французам удобно будет это пробовать. Вот, выдавили чуть-чуть. Ох. Давайте. Ить. Поднажать надо. Давай, поднажми. Вот. Вот это вот у нас жвачка. Попробуй ее. Вкусная. Дай мне. Слышь? Давай попить. Ее не пьют, ее жуют. Вкусняшка. А это вот еще мне. Куда? Все, ну что это такое? Ну вот такие прожорливые люди. Ладно, остальное мы еще побережем. Вот так. Вот так. Мне чуть-чуть дал, а сам столько слопал. Я тебе много дал. Ребята, а вы знаете, что есть очень сладко много? Ну, вернее, есть много сладкого вреда. Напишите ему в комментариях. Ну, посмотри, я такой худой. Да ладно, ты толстый. Нет, худой. Напишите как в комментариях, худой ли Басик? Конечно, худой. Басик, это твои посылки опять? Нет, это Федя приехал. О, Федя, пошли встречать. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я знаете, где был? Где? В чужих странах, во Франции. О, мы как раз свою французскую ем. Вернее, мы едим французские вот эти вот штуки. О, я это знаю. Я таких там много видел. Я таких там куча съел. Понятно. Ну, а это кто? Забыл вас познакомить. Басик, Федя. А, ты что, я ж Басик, а он Федя. Ну, я ж его знаю. И я его знаю. Ну ладно, вас не надо знакомить уже. Да, не надо, ведь мы с Басиком друзья. Может, уже хватит обниматься? Почему? Потому что пора прощаться с зрителями. Ой, всем пока! А с вами были Басик, Федька. А про меня не забыли? А, и Геленгай. Всем пока! Всем сладкий, конфетно-жевательный. Пока!